Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Вы на канале Отличник Лайф. Не забывайте вводить мой промокод на проекте Amazing Online. Левонтий, на 5 уровне 100, на 10 уровне 200 тысяч рублей. Вы прекрасно знаете, для чего вам этих денег хватит. Можете их потратить куда угодно, как вам нравится, и начать свое развитие на этом проекте. В сегодняшнем видеоролике я бы хотел сделать обзор на какой-то чрезвычайно представительский автомобиль представительского класса, может даже президентского уровня, а именно Aurus Senat, который появился недавно на проекте Amazing Online. Всем привет, дамы и господа! На обзоре у нас Aurus Senat, автомобиль, который стоит неизвестно сколько, но при этом он является крайне эксклюзивной моделью. На нем стоит на данный момент сейчас третий чип, плюс мы посмотрим, что можно еще добавить сюда будет. Наверное, хочу поставить тонировочку, посмотреть, как затонируются задние зеркала. Но выглядит он со стороны более-менее представительски. Перед мне напоминает чем-то Rolls-Royce, либо какой-нибудь Chrysler, а зад прямо такой, знаете, как будто какая-то Волга, непонятно. Но в любом случае это российское производство, это автомобиль, на котором ездит наш президент, соответственно, передвигается с охраной на кортеже, он плюсом бронированный еще. Поэтому мы сейчас заедем по пути в СТО, как раз таки протестим третий чип. По карпасу, если смотреть у нас, мы можем обнаружить только Stage 3, госцену, но она такая, типа, номинальная, она нереальная цена, естественно. Ну, по призам я бы, наверное, посмотрел, что у нас есть. Я бы с удовольствием поставил не он бы на эту машину. Но мы должны находиться в СТО. Давайте поедем в СТО, тогда все там поставим. Заодно затонируем заднее. Ну, перед, наверное, не будем, потому что все-таки как-никак должна присутствовать гостонировка. Заезжаем сюда. Попробуем сейчас из призов достать не он. По идее, мы же находимся в СТО. А что это такое? А, типа одноцветный, не RGB неон, то есть можно какой-то поставить цвет, да? Ну, мне нравятся цвета какие-нибудь такие красивые, яркие. Давайте красный сделаем. Все, красный неон мы поставили. Теперь дополнительно давайте затюнингуем его и поставим тонировку задних зеркал, задних стекол. Пятерочку. Да. Да, малышка. Ну, может, передние тоже затонируем? И в нелегалку съездим. Подтюнем. И лабаш, наверное, вот так. О, да. Так, какие диски вообще? Как диски на нем будут смотреться? Давайте глянем. Потому что мне интересно. Вот это стоковые диски, они идут ему максимально. Но что будет, если поставить какие-нибудь рофло-диски на него? Прям по жести. Стандарт почему-то, кстати, такой выдает. Типа не аурусовский. Так. Ну ладно, не будем диски мы менять, мы же не крипы какие-то. А если кузов покрасить в какой-нибудь белый цвет? В белом цвете он, конечно, имба будет смотреться, а в красном, с красным этим. Ну, колхозить не будем, давайте поставим белый цвет и поедем в нелегальный тюнинг, затюним его полностью, а заодно включим неон. Неон у нас включается вот здесь. Какой же он у нас яркий и красивый. Давайте проедемся по прямой. Зафиксируем максимальную скорость данного автомобиля. Ну чел, ну че ты, ну че он, зачем? Зачем ты это делаешь? Все, едем. По идее, машина тяжелая, учитывая то, что в реальной жизни у нее броня, и по идее здесь тоже на это опирались. Да, и так оно и есть, 261 километр. Но ставлю лайк, конечно, внутри. Внутри это, конечно, шикарно все выглядит, потому что я сейчас сделал подсъем, и я удивился вообще, когда залетел в салон, потому что все реально выглядит очень красиво. Так, ладно, 261 мы поняли. Давайте в нелегалку съездим, поставим на нее, соответственно, тонировку полную. Так, изменим тонировку, лобовое стекло пятнашка, 1 200 000, и еще переднее надо поставить. Кстати, обновили, как теперь выглядит нелегальный тюнинг в СТО. Я, видимо, новое обновление совсем не чекал, к сожалению. Но, думаю, ладно, мы протестим его. Так, мы затонировали его в хлам. Более-менее как-то нормально выглядит. Я бы еще номера, кстати, на него поставил бы. Давайте попробуем поставить на него какие-нибудь номера. Посмотрим, что из этого еще получится. Что у нас по донату есть? 4 270. В каталоге можем
поставить какой-нибудь номерной знак. Давайте попробуем, почему нет. Не, ладно, я решил, что номера не буду ставить на этот автомобиль. Давайте просто покатаемся в кайф, выглядит он солидно. Я вообще предлагаю поехать на Анашан, соответственно, где продают машины, на рынок, и посмотреть на него, какая будет реакция у людей, у народа, потому что вряд ли такая машина есть у кого-то. И вообще, как они отреагируют, увидев этот автомобиль. О, кстати, ребята, которые тут на геликах катаются, как они отреагируют на него? Эй, салам. Подари на фильм. Не могу, брат. Жалко, давай, Адлен, я тебе пистолет ТТ, это не машина. Брат, я пистолет ТТ тоже могу достать из своего кармана. А у тебя нет пистолета ТТ, я уверен. А ты Левонтик писал, что ли? Я? Нет. А, ну мы так и поняли, что это не ты, что тогда ладно. Ну да, все, всем пока. Вот видите, меня все узнают, потому что, как-никак, известный ютубер, да. Плата за популярность. Поймите, что популярная личность, медийное лицо, известное в общих и широких и узких кругах, всегда будет узнано теми или иными людьми, которые стоят в лесу на геликах и предлагают обменять прекрасный автомобиль Аурус Сенат на пистолет ТТ. Интересный, конечно, был бы обмен, но учитывая то, что я как бы медиагигант, плюсом гигачат, плюсом, ну, вы сами должны все понимать, шейх, да, нам такой обмен кажется, не кажется, но он невыгоден. Хочу посмотреть реакцию, прям тотальную, четкую, что вообще люди думают по поводу этого автомобиля, потому что я, по идее, посмотрел все, что на нем есть. Насчет аудиосистемы не знаю, она типа тут не нужна, мне ее тестировать никак не буду, потому что она не отражает какие-либо моменты. Они как бы везде все одинаковые. Но неон можете поставить любой, неон выглядит классно. Я поставил его красным, сделал его белым. Кто-то будет, конечно, хейтить меня за то, что я поставил белый цвет на Аурус. Сделал его таким полусвадебным, но, ребят, как бы, мне так нравится, я так вижу, я художник, да. Сейчас доедем до Ашана. Не хочу прямо тэпаться, потому что хочу покататься на машине. Вообще, посмотреть на ее проходимость, потому что это бронированный, так сказать, Титаник. Ну и, в принципе, за счет того, что есть какая-никакая мощность у данного автомобиля, он справляется с бездорожьем легко. Но тут уже ни одна машина, по идее, кроме внедорожников, не проедет свободно, потому что, как-никак, это физика самого сервера, то есть оно чувствует то, что автомобиль у вас едет по траве, не по асфальту, естественно, и специально ее блочит. Поэтому вы как-то так медленно едете, как черепашка. Но машина прикольная. Не знаю, правда, 261, ну, правдоподобно, мне кажется, правдоподобно. Потому что, по идее, хотелось бы, конечно, там, 300-очку выжать, либо хотя бы 280, как на Ешке, но, блин, все-таки разница, кстати, вот какая, да, смотрите, Ешка на третьем чипе у меня едет 280, она при этом легче, чем Аурус, наверное, в раз 5, блин, в раза 2, да, скажем, ну сколько там. Ну, учитывая то, что броня, типа, находится, да, как бы она тяжелее будет 100%. А Ешка всего на 20 километров быстрее едет машина, которая тут фул броне чисто, которая даже, по идее, больше ее и длиннее. Как-то, не знаю, нерационально. Но опять-таки, я не знаю, сколько едет Аурус в реальной жизни. Я думаю, он точно меньше 260. Поэтому, что, так сказать, выпендриваться-то, да? Когда, типа, едет машина более-менее нормально, быстрее, чем все среднестатистические другие машины. Вот. Давайте заедем, посмотрим вообще реакцию. Вот так подъедем аккуратненько, не нативно. Не нативно. Кто ты такой, нахуй? Не скажу. Кто? Не скажу. А, это Чепух. Кто? Чепух. А за что? А за что? Чё я сделал-то? Ничего я сделал-то? Ну чё я сделал-то? Прости, пожалуйста. Не, я ливаю, пацаны, всё. Как вам Аурус, кстати? Что думаете по поводу этой машины? Давай ты прокатишься и мнение свое скажешь. Давай. Давай, погнали. Обзорщик поехал. А, блядь, надо на третьем чипе. Ага, блядь. Лоха забыли. Все. Кого? Меня? Лоха? Это вообще нормально, нет?
Ебать, а чё, аннулируется, нихуя? Ну, давай, высказывай все свои эмоции по поводу данного автомобиля. Ну и хуйня. Честный обзор. Вот со стопой за залупу сделали. Как рулить? Так ты не газуй сильно. Ну да, 261 максималка у него, больше не едет. Ну так в реальной машине это же тачка президента, типа она бронированная вся. Она весит почти 5 тонн. А, подожди-ка. Что это? Rolls-Royce лучше. Ну понятное дело. Ну, че вы тачку президента хейтите? Нормальная машина, вы еще не катались на гелике в 2017 году. По факту. Катался. За 40 норм. В принципе, тоже я. А, у тебя же тон 40 тысяч, ну да ладно, верю. Ну как, какие эмоции вообще, что испытываешь? Ну залупа, ебан. Ну почему? Разгоняться нормально, поворачивать, конечно, пиздец. Реально, гелик, конечно, напомнился. Неуправляемая, да? Да не, если, в принципе, если раз отпустить, то можно. Выглядит-то заебись. Это знаешь... Как этот, как айфон на андроидовской прошивке с Китая приехал, то же самое, Rolls-Royce палёный. Ну, в этом есть доля правды. Не, вы прикольно, морда мне у него нравится. Это я его так зачёнил. Реально. У него жопу тянет Rolls-Royce, только это, знаешь, как его этот, шорт-версия, если Rolls-Royce такой длинный, то какой-то этот, укороченный. Rolls-Royce в рейд, типа? Ну, да. Блять, и на каком канале нас искать в баду тут дебил? По секрету могу сказать. Давай. Я-то знаю, мне-то попадался один раз уже в видос. А, понял. Ну чё, ладно, мнение ваше понятно, в принципе, по этой машине. Говно ебано. Выводы сделаны, как бы. Реакция от игроков получена. Лучше F80 мне дай прокатиться, нахуй. Все, вопросов нет, ребят. Давайте, всем удачи, всем пока. Давай. А, не, куда пока? На нашем. Сейчас, на нашем, дай куда идем. Доползем, блядь. Пешком попрыгаем. Ну, в общем, ребят, обзор на машину получился вот таким. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте вводить мой промокод Левонтий. На 5 уровне 100 тысяч рублей, на 10 уровне 200 тысяч рублей. Сейчас заскриню ее на превьюшечку и, соответственно, все, заканчиваем, потому что автомобиль получился очень приятным. Конечно, первые игроки, которые его затестили, не особо вдохновились данным автомобилем, но я думаю, со временем они прочувствуют всю его суть. Ну, всем пока, удачи, моргаю вам дальним, так сказать, уступи дорогу, пропускайте. Не уступайте, когда главное. Все, всем пока. Таким образом, хочу подвести итоги, что машинка получилась крайне интересная, крайне эксклюзивная. И вы на ней можете покататься, только играя на проекте Amazing Online по моему промокоду Левонтий. Вводите его, он у вас на экране. Сами знаете, что он дает, на каких уровнях, сколько. Уже все знают. И таким образом, всем пока-пока, друзья. Было приятно с вами посидеть, пообщаться. Всем удачи. Хорошего дня.